Стриж. А выглядите, ну, как феникс. Сегодня на анекдот-шоу Ксения Стриж, телерадиоведущая, киноактриса, диджей. Вот смотрите, Ксения, от топота копыт по полю летит. Здорово, вы долго тренировались? Это жили-были три японца, яки-як-цедрак-цедрак-цедрак-цедрак-цедрони, Зачитала, зачитала сегодня Ксения, да, нам. Ксения, вот называетесь вы стрижом. Я не знаю, как выглядит стриж. Красивая, невероятная, фантастическая птица. Как вы этого добиваетесь? Совет нашим одноклассницам. Не знаю, никак, абсолютно никак. Но просто позитив, хорошее настроение? Я думаю, да, пластическая хирургия. Вы знаете, кто у вас сегодня соперник? Соперник... Ладно, вам сегодня хорошего, отличного, позитивного настроения. Жгите, рвите.